раздевайся. Аккуратнее надо. Чего? Неудобно, что он дерется буквочкой F. Совсем неудобно это. Тетенька, где она? Почему он не может ее добить? Ногой хотя бы. Размочил бы ей голову. Хотя бы девушки. Ну, потратили все. Нет, не потратили. Так мимо. Или рикошет. Нет, больше. Все. Теперь потратили все патроны.
Ну, хоть аптечку взяли. То ладно. Расслабленный бег. Как издевается. Фонарик можно погасить, наверное. А как фонарик погасить, если F это драка, а не фонарик? Я так знал, что она так сделает. Девушка какая. Сильная. Почти успела отойти. Девушка. Уси ее. Уси. Отойди. Потом пригнулся.
ни одного завалящего патрона. А что это вы здесь делаете? А, побежал куда-то. Ребятенок пошел звать взрослых. Лайт. Фонарик вообще когда-нибудь выключится или нет? Так, фоторежим, параметры. Управление. Фонарик. А пропустить ролик как-нибудь можно? Нельзя. Нельзя. Но это мы побежали за ней. Ага. Так нельзя пройти, но за взятку можно. Нельзя, нельзя. Вот зараза. Вот это по-деловому. А у нас как раз оружие и трюси, патроны закончились. Где у нас там это сам? Оу. Где у нас там буквочка F? Если противник не видит вас, вы можете отвлечь его вниманием, бросив кирпич или бутылку.
кирпичили бутылку. Да. Вот примерно так. Чтобы схватить неподготовленного или обезвишенного противника, нажмите Е. Да. При разбивании стекол прочность холодного оружия не уменьшается. Так мы так образуемся окончательно. Образованными будем. Она все равно пусто. Пусто у нас патронов нет. Да, патронов нет. Жаль. Ну ладно, подождем, пока тетенька их пристрелит. Или она мазила? Мазила. А кирпич бросит это. Это что у нас? Параметры. Сложность управления. Бросить. Указательно. Так. Краткоствольная бомба. Рюкзак, тряска, фонарик. Рюкзак. Остановка игры. Перемещение камеры. Стрельба, прицеление, оптический прицел. Коктейль, кирпич, бутылка. 8 кирпич бутылка. 8. А у нас нет ни кирпичей, ни бутылок, ни хрен его знает еще чего. Чтобы перевязать раны, выберите аптечку с помощью 7, а затем удерживайте это. Следующий совет. Чтобы бросить кирпич или бутылку навесом, нажмите для быстрого неприцельного броска, нажмите. Следующий свет. Ладно, так. А как уйти-то? А вот. Так. А как насчет того, чтобы... Оп. Нет. Где-то надо раздобыть... Разбив стекло. Ага. Где-то надо раздобыть это самое, как его. Кирпич. А кирпич.
Пича у нас нет. Пича-то у нас нет. Пича. А там третий, что ли, еще? Охренеть. Она же вроде застрелила кого-то. Было трое. Ой, попала. Но когда-нибудь же она должна попасть в них. И тогда мы продолжим игру. А пока до новых встреч в эфире. Параметры, сложность, уровень сложности, реализм. Самый сложный, как его там, самый сложный и реалистичный уровень сложности. На этом уровне изменяется режим слуха. А мы отключили вообще звук, интерфейс и ряд других аспектов игры. Недоступно, поскольку для параметра сложность установлено значение реализм. Недоступно поменять сложность. Выбрав один раз реализм, уже никуда не денется. Не денется никак. Никуда. Ну что она такая мазила? Кто у нас выстрелил? Следующий совет. Продолжить. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Чё она в него не стреляет? Вот чё не стреляет-то? Вот же он без... Открытый совершенно стоит. Чё она не стреляет? Вот. Вот девушки какие. Как можно работать с таким девушкам? У нас хоть улик нет. Во. Только приподнялся. Чтобы присесть на корточки и снова встать, нажмите С. С нажмите. Третий. Игра, конечно, веселая. Если бы еще патроны были, было бы вообще замечательно. Всем пока. До новых встреч в эфире.